Добрый вечер, дорогие подписчики, друзья. Скоро Новый год, и я бы хотела сказать, что такое праздник для меня. Праздник – это не очереди в переполненных магазинах, это не погоня за дорогими и пафосными подарками, это не острая необходимость непременно перед Новым годом сделать маникюр со стразиками, ботокс и лазерную эпиляцию. Праздник – это состояние души, спокойное, тихое, принятие, любовь, гармония. И вот такое состояние даст и вам самим, и вашим близким, которых вы, я надеюсь, любите, вашим друзьям, вашим коллегам, вашим клиентам значительно больше результаты, чем какие-либо подарки, какие-либо траты, инвестиции и гонки. Не забывайте об этом, попробуйте как-то это осмыслить, принять. Вот. Благодарю.